Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео мы с вами поговорим о бюджетных скульпторах. Я сделала небольшую подборку тех бюджетных скульпторов, которые, на мой взгляд, являются лучшими, которые достойны вашего внимания, которые хорошо работают, которые имеют хорошую стойкость, пигментацию и хороший оттенок. Ну что ж, начну я, пожалуй, со скульптора от белорусского бренда, который называется Relui Pro. И оттенок данного скульптора универсальный, 01 Universal. У меня в этом скульпторе уже огромная дыра. То есть вы сами можете понять, как он мне нравится и что я очень часто его использую. Этот скульптор очень дешевый, он стоит где-то в районе 250-300 рублей. У него очень хороший оттенок. Мне кажется, он подойдет девушкам с любым оттенком кожи, более светлым, более темным. В зависимости, опять-таки, от того, сколько вы наберете продукта на кисть. Его можно легко наслаивать, создавая более темный оттенок. Я очень люблю использовать данный продукт на скулы и на лоб. И периодически также я контурирую им нос. По текстуре данный продукт довольно-таки шелковистый, не пятнит, легко распределяется, легко растушевывается. Очень беспроблемный и, главное, бюджетный скульптор. Также у меня есть скульптор от бренда Limani. А у меня этот скульптор в оттенке 01, есть еще 02 оттенок. 01 оттенок очень светлый, он подойдет для белоснежек и в том числе для девушек с небольшим загаром. Это именно тот скульптор деликатный, который можно использовать на повседневной основе. То есть если вы хотите выделить свои скулы, но чтобы это не было каким-то таким жестким контурингом, то воспользуйтесь скульптором от Limani. Стоит он где-то от 300 до 400 рублей. Тоже недорогой. Текстура довольно-таки шелковистая. Прекрасный деликатный оттенок. Также легко распределяется, не пятнит и легко растушевывается. Такие деликатные оттенки скульптора также хорошо подойдут для контуринга носа. Он будет смотреться более естественным и не таким жестким. Так что Limani тоже советую. Еще один деликатный оттенок скульптора ждет нас в палетке Sculpt Glow Ufo Color. У меня это оттенок 01 палетки. Ufo Color несколько таких палеток с разными оттенками. В именно 01 оттенке наиболее деликатный оттенок скульптора. Я постоянно использую этот оттенок скульптора для того, чтобы контурировать свой нос. Ну и, в принципе, для скул и всего остального он также хорошо подойдет, если чуть больше наслоить. Оттенок у скульптора холодный, такой же холодный, как и у скульптора Limani и у скульптора Relui Pro. Но наиболее холодными, как мне кажется, является вот Limani и именно вот этот скульптор от Focolure. Стоит такая палетка около 500-600 рублей на AliExpress. Здесь, кстати, есть еще хайлайтер, так что, в принципе, выходит вообще недорого. Есть еще зеркало, и, в принципе, палетка выглядит очень дорого, не выглядит дешево. У меня уже был обзор на продукцию Focolure, где фигурировала данная палетка. Так что вполне рекомендую. Получается и хайлайтер, и скульптор как бы в одной палетке. Еще один скульптор, который у меня затер до дыр, это палетка от Vivienne Sabo Marinière. У меня это 02 оттенок палетки, и посмотрите, какая у меня тут дыра. Этот оттенок скульптора имеет более темный насыщенный оттенок. Я люблю им контурировать скулы. Кстати, сейчас скулы у меня сконтурированы именно этим скульптором, а нос скульптором от Focolure. С этим скульптором можно переборщить, поэтому будьте аккуратны, не набирайте слишком много. Но, тем не менее, он не пятнит и хорошо растушевывается и создает именно тень. Да, она будет чуть более жесткой за счет большей насыщенности оттенка, но, тем не менее, это будет именно тень. Скульптор не рыжий. В принципе, во всех тех скульпторах, которые я сегодня вам подобрала, каких-то рыжих скульпторов нет. Все скульпторы имеют именно такой естественный оттенок. Они легкие в работе, совершенно беспроблемные и дешевые. Стоит данная палетка около 400-500 рублей. И помимо скульптора, здесь еще имеется два неплохих хайлайтера. Далее у меня имеется два оттенка скульптора от бренда Estrade.
У меня это оттенок номер 214 и оттенок номер 208. Эти оттенки отличаются собой по теплоте. Оттенок 208 более холодный, оттенок 214 более теплый и более темный. Оба этих скульптора имеют очень шелковистую текстуру. Но с ними можно переборщить, поэтому набирайте не слишком много, стряхивайте. Вот этот оттенок холодный, он прям создает идеальную тень. Этот оттенок более теплый, я бы его рекомендовала для девушек, которые имеют загорелую кожу. Вот для загорелой кожи я больше рекомендую скульптуры, которые имеют такую теплинку в своем оттенке. Поскольку слишком холодный оттенок на очень загорелой коже будет давать некую такую грязь, знаете. То есть неестественно, да, на очень теплой коже какой-то слишком холодный скульптор. Для очень теплой загорелой кожи все-таки подбирайте скульптор, который имеет теплинку. А если загар легкий или, в принципе, как такового загара нет, то подбирайте именно холодный скульптор. Стоят данные скульпторы около 300-350, может быть, рублей. Здесь очень большой объем, 7 грамм в каждом скульпторе. И, на мой взгляд, они также беспроблемные, не пятнят, хорошо растушевываются. И для контуринга скул, лоб просто прекрасно подходит. А также у меня еще есть вещь, которая называется не скульптор, а бронзер. И здесь уже немножечко будет подороже, не прям так уж бюджетно. Это The Balm Take Home The Bronze, у меня оттенок Оливер. Этот продукт стоит без скидки где-то в районе 1000-1100 рублей, но на The Balm в Литуале очень часто бывают скидки, и можно купить такой где-то в районе 700-800 рублей. Именно в этом оттенке Оливер данный бронзер имеет наиболее холодный оттенок. Поэтому, если вы любите The Balm или ищете какой-то универсальный продукт, который вы можете использовать, и как бронзер, который не имеет рыжего оттенка, и как скульптор, то именно вот этот бронзер Take Home The Bronze of The Balm в оттенке Оливер я вам могу рекомендовать использовать в качестве скульптора, поскольку он не рыжий, он холодный, он имеет вполне деликатный оттенок, хорошо растушевывается, беспроблемный, не пятнит, так что обратите внимание. И еще среди бюджетных скульпторов у нас есть кремовый продукт. Это Wet n Wild. Называется продукт Dual Ended Contour Stick. Это кремовый скульптор в стике. Чем мне нравится этот продукт? Во-первых, он дешевый. Я точно не помню, сколько он стоит, но в районе, наверное, 400 рублей. Здесь также имеется еще консилер, он очень светлый. И сам контур. Что мне больше всего нравится, вот этот вот скульптор. Сама текстура у этого стика кремовая, и она довольно-таки плотная. То есть он не какой-то очень жирный. Текстура довольно-таки плотная, но тем не менее он хорошо распределяется, имеет хорошую стойкость, и он даже фиксируется, я бы сказала. Его оттенок. Мне очень нравится оттенок данного скульптора. Кстати, у меня это вариант E7511, Light Medium называется. Поскольку есть разные оттенки, у меня это именно Light Medium. В этом оттенке контур имеет мега естественный цвет. Он не слишком холодный и не рыжий и не теплый. Он имеет небольшую красновинку в составе, что очень естественно смотрится на лице. То есть, когда вы его наносите, распределяете, вы его на лице совершенно не видите. Он так естественно сливается с кожей именно за счет того, что здесь есть какая-то такая красновинка в оттенке. Он не рыжий, не теплый, но вот какая-то вот такая красновинка, именно естественная, да, для здоровой кожи в нем прослеживается. Очень классный контур, так что если вы ищете кремовый продукт для скульптурирования и бюджетный, то вот этот контур стик Dual Ended от Wet n Wild в оттенке Light Medium то, что нужно. Ну, в принципе, подборка бюджетных скульпторов подошла к концу. Надеюсь, вам понравились все те продукты, которые я вам предложила. Может быть, что-то из этого вы уже пробовали, а если что-то не пробовали, обязательно попробуйте. Все продукты дешевые и, на мой взгляд, они беспроблемные.
Так что надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Также подписывайтесь на Инстаграм. И до новых встреч. Пока-пока.